тонкости при атаке и при защите демонстрируют наши регбисты. Такие вот тактические замыслы Лина Джонса они воплощают. И на руках из своей зачетки разыгрывают этот мяч на Мибийце. Ну что, от Потиханова просто так не убежишь или убежишь? А там еще Кононов, а еще и Василий Артемьев. Да что ж такое творят игроки сборной Намибии. Там Тагир Гаджиев, последний рубеж обороны. И все-таки попытка сборной Намибии в исполнении 12-го номера капитана команды Дэрил Деля Харп. Дэрил, что ж ты делаешь? Он играл. Этот игрок выступал против нас в 2010 году еще. Замена.